Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy M55. И сейчас я покажу вам, как очистить кэш. Итак, для начала нам нужно отключить наше устройство. После его полного отключения подключаем телефон к компьютеру. И зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. После появления логотипа отпускаем кнопочки. Попадаем в режим recovery. Здесь мы выбираем Wipe Cache Partition. Выбираем Yes и Reboot System Now. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.